Итак, продолжаем работу с телом человека, переходим от разминания к более глубокому разминанию, когда у нас включаются наши собственные костяшки пальцев, да, любые. У нас в работе будут участвовать и вот эти косточки, и вот эти косточки, и вот эти косточки, и вот эта косточка, да, и запястье, переходящее в ладонь, вот эта вот часть, да, и вот этот уголок, вот, вот эта косточка. То есть сейчас будем все использовать. Начнем с того, что вот мы предыдущие дошли до трапециевидной мышцы, да, и опять вернулись к лопатке. Теперь берем всю лопатку, захватываем, условно говоря, вот этот треугольничек, да, делаем 4 точки захвата. Раз, два, три, ну, четвертый, можно с плечом, да, вот где-то. Ну, может быть, три у вас получится захвата, да, кто как может. То есть, приподнимаем на себя. У здорового человека, видите, она отрывается. Есть пусть люди такие, у которых прямо приключена лопатка, аж прижата сюда жестко. Вот мы так проверили, что он, видите, нормальный, здоровый. Можно с вибрацией добавить, протрясти вот так вот. И переходим к вот такой технике. Поджимаем лапы леопарда, не пошире, чтобы убираем коготки и работаем против большого пальца. Вот так вот. Ну, все, вся ладонь сжимается. Вот, как бы захватом, видите? Вот, достаточно глубоко. Можно, опять же, так, то же самое кольцевой захват сделать, да, вот это движение. А можно просто хаотично всю эту половинку так вот проходим. Далее есть приемы. Ну, например, утюжок. Это когда вот эта плоскость у нас работает, да? То есть как утюг вот мы. Можно вот так пройти, и вот так вот пройти. То есть вдоль позвоночника и от позвоночника? Да, от позвоночника. Еще круговыми, как вот так делают некоторые. Да, и круговыми можно. Ну, круговыми я обычно делаю, когда уже что-то вправляю. То есть я нашел, где у меня там проблемка, да, вставил, упор сделал, и потом раз, и нажали. Ну, в принципе, да, можно и по кругу пройти. Ну, обычно вот эти вот, так скажем, утюжок используют одновременно с двух сторон. То есть удобно вот так вот на человеке нарисовать тельняшку, например. Вот видите, полоски такие получаются. Поперечные, да? Удобно вот это вот пройти. Вот такие спиралевидные движения, да? Можно, кстати, спиралевидные движения, если где-то вы видите, там, блочок какой-то, да? Можно вот так просто там растереть. Ну, вот эти спиралевидные движения, я как бы на них не останавливаюсь, потому что они в работе, ну, практически везде. Вот что-то заметили, да? Раз. Можно как бы тоже такое вот растирание сделать. Ну, просто пальчиками, да? Понимаете? Да-да-да, на себе можно попробовать. Ну, мы перешли к кулакам, да? Соответственно, вот дальше кулаками мы упираемся в эту паравертебральную мышцу, видите, с двух сторон. И по очереди представьте, что как будто бы я открываю ключи. Вот так, раз, два, три, четыре. Достаточно глубоко. Чувствуешь, да? Вот я всегда спрашиваю клиентов, больно, терпимо или нет. Ну, как правило, там можно посильнее, полегче делать, да? В зависимости от консистенции человека. Вот как бы мы открыли ключики, да, то есть мы идем по технологии декомпрессии. То есть мы не в эту сторону, да, в сторону позвоночника мышцы загибаем, в сторону, я имею в виду, крестца. Потому что компрессия, это что значит? Это сжатие в сторону низа. Человек ходит головой вверх, давит там своим собственным весом, да, воздух давит, может, еще грузы какие-то таскает, да, вся компрессия идет чик-чик-чик-чик вот сюда вниз. А мы делаем декомпрессию, то есть мы вот в эту сторону раскрываем его, вот туда, вверх, видите движение? Вот они нюансы в чем. Прошли с таким движением, следующее движение тоже объединенное, как бы мы открыли шлюз, до этого мы ключи открыли, да, а теперь мы открываем шлюз и пошла вода. Открыли шлюз следующий, пошла вода, вот этой рукой мы уже практически... То есть амплитуда другое движение? У этой руки, ну, конечно, это... да, это другая. То есть это также идет, да? Открыли, спустили. Это мы на самом деле спускаем
кровь и лимфу в сторону вот туда. Помните, я вам говорил? Под ключичную зону и под... Ну и, в общем, подмышечную и паховую. Ну, как бы, практически рисуем этой рукой тельняшку, да? Ну, или представляете, что вода пошла, да? Ключ открыли, пошла вода, ключ открыли, пошла вода. И еще одну вибрацию. Ставим на крестец. Достаточно можно сильно нажать человеку. Он выдержит, даже если вы вообще в полный рост станете, да? Спускаемся мимо позвоночника. Помните, не попадайте в голову, значит. И задаем вот этими костяшками, вот этими самыми острыми, задаем вибрацию с помощью другой рукой. Вот эта рукой у меня задает, это давит. Да. Вот так, не широко, такая широкая. То есть это не такая вибрация, а широкая. Так, чтобы пройти глубоко до человека. И замечайте, я всегда трапециевидную мышцу в конце еще раз приподнимаю, да, еще раз захватываю. И вот несколько раз, ну, может, потом вот опять. Тут же переходим в лапу леопарда, да, утяжеление остается, то есть я вот так прошелся, да, теперь утяжеление осталось. И просто быстро, логично, несколько движений. Раз, два, три, внизу. То есть по три полосы так делим человека, да. И переходим на ягодицы. Можно ягодицы также тоже размять. А дальше у нас движение перейдет в конкретную локтевую технику. Но об этом мы будем проходить в следующем видеоролике. И на наших тренингах, естественно.